Годовой запас топлива, таков главный приз акции «Формула Авторадио», достался Дмитрию Скрынникову. Молодой человек лучше всех справился с конкурсными заданиями. В финале правильно отвечал на вопросы викторины ОПДД, а до этого быстрее всех проехал городской маршрут, не нарушив ни одного правила. У него за последние 4 года был только один штраф, а потому Дмитрий уверенно проехал зачетную дистанцию даже под присмотром сотрудника ГИБДД. Так как Дмитрий – постоянный активный слушатель авторадио и неоднократно бывал в офисе радиостанции, узнав адрес пит-стопа, легко построил знакомый маршрут. Я знал маршрут, то есть я уже бывал на авторадио. Вот. В принципе, ничего сложного для меня. Обычная езда по городу. Ну, конечно, было волнительно то, что был сотрудник на заднем сидении. Я следил за правилами дорожного движения и ехал аккуратно. Быстро, уверенно и по правилам. Именно так и должны были проехать из точки А в точку Б участники акции «Формула Авторадио». В Самаре она прошла в 17-й раз. Организаторы уверены, конкурс помогает повышать культуру вождения в городе. По нашему любимому городу можно ездить безопасно и достаточно быстро. Эта акция, в принципе, направлена на то, чтобы наш город стал чуточку безопаснее. Вот, чуточку было спокойнее находиться там водителем. Машины для конкурсных заездов предоставил автомобильный партнер акции «Toyota Center Самара Аврора». Очень важно соблюдать культуру вождения, очень важно соблюдать взаимоуважение на дороге. Потому что чем больше автомобилей становится, тем нам сложнее двигаться. И если мы будем друг друга уважать, это пойдет только в плюс всем. С каждым годом заявок на участие все больше, а потому акция непременно будет продолжаться, отмечают организаторы. Андрей Грыгуленко, Николай Сидоров. События.